Ну, вы знаете, естественно, смысл сегодняшней нашей встречи. Смысл сегодняшней встречи с коллективом Федерального космического агентства в решении, которое сегодня было принято председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым о назначении руководителя Федерального космического агентства Астаховича Олега Николаевича. Вот он со мной сегодня прибыл к вам в гости. Для возрождения занимаемой должности Поповкина Валерия Александровича. В пользу случая хочу сказать слова благодарности Валерию Александровичу Поповкину за ту работу, в том числе совместную с ними работу, которую мы проводили полтора года. Последние непростые, очень сложные месяцы подготовки стартовавшей на днях реформы ракетно-космической промышленности. Надо сказать, что, по сути дела, смысл содержания реформы, которую в принципиальном ключе одобрил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, эта реформа была задумана совместно и военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации, и Федеральным космическим агентством. И в этом деле Владимир Александрович Поповкин внес ощутимо большой вклад. Что касается Олега Николаевича Степника, я хотел бы его представить подробно, хотя я думаю, что вы его должны хорошо знать. Человек военный, человек из космических войск, возглавлял, фактически первый руководитель войск воздушно-космической обороны, в настоящее время заместитель министра обороны вот до последнего дня, до сегодняшнего утра. Освобожден от занимаемой должности указом президента, уволен с действительно военной службы. Последняя работа Олега Николаевича Остапенко была связана прежде всего с перспективными разработками, исследованиями. И мы надеемся, что эта работа, которую вы вели ну, практически год, наверное, последняя, она поможет вам реализовать очень многое, то, что сейчас придется делать при формировании взгляда на будущее самого Федерального космического агентства, его взаимоотношения с создаваемой Объединенной ракетно-космической корпорацией. Надеемся, что скоро будет соответствующее решение президента, и эта работа начнется. Дорогие друзья, не буду многословным. Мы давно друг друга знаем и по многим направлениям очень плотно работали и работаем. Работа проведена колоссально, это бесспорно, и предстоит сделать еще больше. Я уверен, что в таком коллективе, на том заделе, который уже сделал за прошедший период, особенно в последнее время, я уверен, что все задачи, которые нам определены реформой, главнокомандующим, президентом Российской Федерации, мы решили. Я искренне благодарен Владимиру Александровичу, учитывая то, что мы вместе и служим, и дружим очень давно. Я благодарен все время, когда Владимир Александрович меня пригласил идет команда, тогда мы еще формировали космические войска. И сейчас я уверен, что те заделы, которые сделаны, они бесспорно будут всем коллективом совместно решаться и будут реализованы. Спасибо и с надеждой на 100% успех. Спасибо.